Ребята, если вы хотите, чтобы сегодня вышла вторая серия, то есть две серии за один день, все, что от вас требуется, это просто поставить лайк. То есть, если мы набираем на этой серии 500 лайков, то сегодня выходит еще одна серия. Получается, что две серии. Выйдет она или нет, зависит от вас. И зависит от вас еще то, сколько серий выйдет в один день. Всем приятного просмотра! Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. Добро пожаловать в наш 5-й сезон в 45-ю вроде серию, да. Что мы будем делать в этой серии? В жопу легенд, они надоели, видеть не хочу, в принципе и не вижу, потому что они не спавнятся. Поэтому идите в жопу легенды. Это во-первых. Во-вторых, что мы можем делать? Точнее, что мы должны делать? Это давайте пока что, в принципе, отложим, не будем мы это использовать. Что мы будем делать, ребята? Это сюда. Ух, это один. Один нафиг уголь мы туда поставили. Пока ночь, мы должны 1000000000% прокачать нашего Манферна. Потому что он уже немного надоел. В том смысле, что можно его уже, если честно, выложить. Но перед этим давайте-ка мы выложим это и вот это, да? А сюда вот... О, мы уже даже это не можем выкладывать. А сюда вот это. То есть нужно немного расчистить наш инвентарь. Control. Тут еще вроде вот... Нужно поменять, не нужно? Я не знаю. Покерадар. Нет, не покерадар. А где вот эта хрень вообще? А, нет, все тут это нормально поменяли. Точнее, стоит. Так, это сюда быстро. Так, ну что, ребята, в этой серии я, если честно, не знаю, то есть, что мы можем делать, и тем более, что. Что нам нужно делать. Это нужно выложить. И это нужно выложить. А это мы уже не можем, поэтому давайте вот сюда. Вроде все, то есть более-менее чисто. Тут еще вот так, да. Мы можем фрукты посадить, что, наверное, мы сделаем, но только не сейчас, а чуть позже. Вот так. Алмазики, 8 алмазов. Слушайте, а Фюрнейс. А вот это железная... Точнее, золотая. А, нет, я не знаю. Gold Furnace, Quartz Furnace. Ребят, я не знаю, мне кажется, золотая... Как думаете, золотая лучше, чем обычная? Хм. Ну, ладно, не будем на этом париться. Нам нужно делать покеболы. Как раз нам нужно, потому что покеболов у нас не толком нету. Нам нужны левелболы. И очень нужны, если честно. Так, пока это все делается, Что нам нужно? Там у нас есть Dragon Fruit. Давайте, пока это все делается, мы быстренько посадим новые деревья. И также... Так, где-то я опять запутался. И также мы посадим новые деревья, но... Но, ребята, не забываем то, что ночь у нас не длинная, поэтому нужно идти быстренько ловить... Точнее, не ловить, а прокачивать... дальше прокачивать нашего Манферна. Даже если будет нормально, то в этой серии мы сможем его прокачать, в принципе, нормально. Так, я не туда повернул, сюда нужно. А тут сколько еще нужно? Тут один, тут тоже три нужно. Там как бы два нужно было, тут три. Но тут вроде ничего не выросло. Вообще нафиг ничего не выросло. Замечательно просто. Тогда в данный момент мы только один можем сделать. И где он будет находиться? Где-то нафиг, я не знаю. Так, ну где-то вот тут вроде, да? Ну что? О, Шани! Твою мать! Ну почему я чуть-чуть отлетел? Может это кто-то был, я не знаю, Литвик, допустим, какой-то классный. А, нет, он не пропал, ребята. Кто это? А, размечтался, Литвик. Ну, зато хотя бы мы увидели, кто это, так бы думали. А кто это нахрен был? Минус 2370, ой, нет, какие 75. Легенды, иди... Че нахрен? Легенды, идите в жопу. Ребят, мне, если честно, уже надоели. Би-шарп. Не спавнится, ребят. Не хотят легенды нам спавниться, поэтому... Ну, не хотите, идите в жопу. Так уж и быть. А мы пока что будем Манферна прокачивать. Нам он сейчас нужен. Точнее, нужнее его прокачать. Главное, чтобы мы сейчас в лаву не упали. А то, знаете, может быть такое, что, например, мы летим, да? Close combat. А, ну мы не упадем. Не упадем, точнее. Потому что, прикиньте, мы так летим над лавой, остановились, да?
и, например, вступили в бой. Как раз вот сейчас это эволюция, и мы так потихонечку спускаемся, спускаемся, пух, в лаву хлипанулись, да и все. Жопа. Но нет, ребят, эволюция Мальферна. Я надеюсь, к концу серии мы успеем его прокачать к 40 уровню, чтобы выложить в наш компьютер. Точнее, уже не Мальферна даже, а уже инфернный. Что это за хрень? Два раза прокачалась. Ну, по сути дела, Инфернейп уже должен сам рулить, если, конечно, у него Close Combat изучился. Может, какая-то опять забаганная... Нет, изучился. Ребят, Инфернейп уже сам может. Поэтому все. Инфернейп, мы тебя освобождаем от помощи. От помощи нашего Свамперта. Ты уже сам можешь выруливать. Замечательно. Ну что? Быстренько, ребят, даже мы... Хотя я не знаю, может мы к рассвету будем тут, но я не думаю. То есть вот эти чурки, видите, опять сражаются, но там есть еще один бешак где-то вот тут. А, нам осталось только прокачать 30, точнее, сколько? 3 уровня? Вроде 2 уже. Гипнозис, я не знаю, честное слово, не нужно в данный момент. Еще 2 уровня, то есть не так уж и много. Поэтому если постараемся, даже в этой серии... опять вот эта хрень с невидимым бишарпом, я этого боюсь. А вот, ну тот уже пропал, походу, да? Так. Замечательно. Ну что, какой он уровень? 39, ребят, еще один уровень. Опа, вот. И они сразу в бой... Паскали. Сразу в бой вступили. Ладно, давайте подождем. А мы пока... Хотя Гравель, я не знаю, можно тебя убить. Вот так, да? Ганпаудер, ну вы пока там разбирайтесь, да? Там и сюда вы, точнее, это сюда. Точно, орб. Ребят, вы не забывайте, что тем самым, пока мы убиваем бишарпов и вот это все делаем, мы же орб себе прокачиваем. А орб нужен, чтобы потом заспавнить себе Молтреса. В принципе, я не знаю. Точнее, не скажу, что мы его прям охренеть сколько прокачали, и там еще осталось больше, чем 150. 155, когда к концу серии как раз будет где-то 140, мне так кажется. Найдите вы в жопу, приколисты, а. То есть как раз к концу серии уже где-то 150 будет, точнее 140 даже. Все, ребят, Мальферна, 140, 40 уровень, замечательно. Сейчас, ребят, знаете, кого мы будем прокачивать? А мы будем прокачивать... Давайте сначала Чикариту, точнее, вот так, знаете, по списку. Сначала Инфернейп, потом Чикарита, а потом Марил будет. Так, ну что, 17 уровень. Чикарита 17, точнее 13, да, уровень? Хренакс. Сейчас. Я не знаю, но Poison, это нам, в принципе... Все, уже какой уровень. Замечательно, ребят, мы же этим прокачиваем тот же орб, а орб нам нужен для того, чтобы, конечно же, заспанить Молтреса. А мы уже даже алтарь нашли, мы еще даже парочку алтарей нашли, но Молтрес... Так и не хочет, ну не то, что не хочет, а мы пока его никак, даже если бы захотели, не смогли бы заспавнить. Ху, бай, белив. 20 уровень, ни хрена себе. Я надеюсь, это какой-то нормальный босс. Или как всегда в зиме. О-хо-хо-хо, ну как всегда в зиме. Не нападайте, жопошники, не нападайте. Замечательно. Ну в смысле, чтобы они друг на друга не нападали, а то бы опять нужно было ждать. Пласт, почему ты на... Так, замечательно, Magical. Так, вот это. Ну все, ребят, уже рассвет. Замечательно. То есть, ну, не скажу, что мы прям прокачались, как не знаю кто, но все же. Болив уже 25-й. А пока еще утро не настало. Давайте сюда. Минус 2000, минус 1800. Точнее, минус 2400, 75, минус 1800. Ну, куда-то да, куда-то мы правильно тыпнулись. Утро. А прикиньте, кто-то сейчас заспается. Вряд ли, конечно, но все же. Ну, в смысле, нужно было ночью приходить. Сейчас уже утро, можно сказать. Ну, луна еще есть, поэтому... Поэтому надежда есть. Хотя идите вы в жопу, легенды. Вы мне надоели, если честно. Смотри даже на карту. Даже новые покемоны не переспавниваются. Че это на хрень? Почему на карте нету покемонов? Во, переспавнился. Или это нужно, типа, знаете, ниже спуститься, что ли? Вот, походу, да, реально, ниже спуститься нужно. О, ну вот тут уже куча пошла, да? Так, ладно.
Не хотите спавниться, идите в пень. А мы пойдем быстренько сюда, слетаем. Минус 2000, минус 2400, 80, минус 2100. В надежде, что твою мать Грудон все-таки придет. Так, что мы можем выкинуть? В принципе, больше ничего. Это слепит, не знаю, может я спать хочу просто. Как-то глаза даже режет от этого утреннего солнца, что ли. Так, ладно, короче, знаете что, ребята? Я уже заколебался париться по этому счету по поводу легенд. Идите вы в сраку, а? Потому что, как я заметил... А мне интересно, вот там деревня есть? Ну, в принципе, если она открыта, то мы там 100% были. Босс. Клефери. Ну, это такое, то есть, ребят, я не знаю, честно, что с этими легендами делать. То есть, это никак от меня не зависит, я не могу выбрать, найти легенду или не найти легенду, да? Она что, нахрен, в земле, вы что, издеваетесь? Не хочу, ну не хочу я прям сейчас в землю рыться, ну никак не хочу. А может там где-то, опа, сейчас, секунду. Дактрио. Угадайте с первого раза, где он будет, в земле или на поверхности? Конечно же, нахрен в земле. Где же еще? Где же еще Дактрио? Нам не может быть такое, чтобы Дактрио перед нами заспавился, да? Только в земле. Так. Вылечимся быстренько. Там пласт у нас мертвый был. Там еще босс, но да ладно. Там Меджикар, походу. Короче, я не знаю, ребят, куда нам идти, кого нам ловить. Но раз мы Инферней попрокачали, значит, на его место кого-то другого нужно брать. А кого? Я не знаю, просто я еще сейчас в небольших поисках сокровищницы. Вдруг, прикиньте, еще сокровищница заспавнится. Заспавнится, в принципе, где-то может тут быть. Кто его знает, да? Хрен его знает. А кто вообще днем спавнится? С легенд. Ну, Селеби, Суйкун вроде. Грудон, в принципе. Водяные легенды вроде только ночью спавнятся. Ах, хрен его знает. Ладно. Не будем мы париться, давайте быстренько домой, что ли. Точнее. Опа. А где, ребята? Ну ладно, ночью мы можем прокачиваться на Бишарпа, да, допустим. А где нам нафиг прокачиваться? Точнее, ночью мы можем на Бишарпа прокачиваться. А где нам нафиг прокачиваться днем? А может, вот тот островок, который я нашел. Я не знаю, может он еще до сих пор. Ну да, может он еще до сих пор там есть, а может он уже пропал, да? Так. Это сюда, что тут еще? Еще нужно зелененький будет поставить. И вроде все, да? Еда у нас в данный момент нету, в данном случае. То есть, три вот этих и больше вроде нету. Нужно потом будет взять с нашего запаса, который у нас там есть где-то на втором этаже. Точнее, в этом, в складе. Фух, ну что. Давайте, может, как раз пойдем туда. Ребята, подскажите, пожалуйста, где это было? Нет, не вот тут, это 100%. Может вот тут? Минус 560, минус 3000, минус 560, минус 3000, 3500, что ли? Ну, вроде да. Ух ты, Азумарил. Здрасте, мордасте, вот мы и пришли. Охренеть, сколько тут Марилов. Если бы вас у нас... если бы вас у нас не было, то я бы еще обрадовался, но... Также мы Ашавота словили, поэтому как-то, знаете. Ну это нам не нужно, то есть это такое. Я не знаю, честно, ребята. Ну тут много зумарилов, много марилов, но толковых кого-то нету. В смысле больших уровней, да? Ну вот, киндер еще есть, допустим. Я не знаю, честное слово. То есть болиф у нас уже 28-й, это круто. Так, ладно, не хотите, как хотите. Куда бы нам пойти? Ребят, куда бы нам пойти? А знаете что? Давайте, может, мы попробуем тут, что ли? 400-4500. То есть, кто-то мне говорил, что там, в принципе, могут быть. А хотя, знаете что? Может, давайте фосилы поищем в этой серии. Фосил! Ребята. Сейчас мы в этой серии наклепаем себе кучу фосилов, да, и все, чем мы будем париться, да? Фосил, пожалуйста, будь кем-то нормальным. О, а знаете что, ребята? Пока еще серия не закончилась. Знаете, что мы сделаем? Мы в этой серии наклепаем кучу фосилов.
Ну, то есть поищем, может, вдруг найдем, если повезет, еще больше, да? Мы это сделаем. А вот так ни хрена не видно. То есть с шейдерами видно, что творится на дне. Но когда залетаешь в воду, то ни хрена не видно. Так, нужно искать, ребята. А давайте, что в этой серии мы еще парочку фосилов найдем, а в следующей серии мы их всех очистим. И получится у нас серия, то есть очистки фосилов. Только мне походу кажется, что это у нас, знаете, кто опять попался? Что это Кабуто нам попался. Так же, как в предыдущей серии мы нашли... О, там еще. Так же, как в предыдущей серии мы нашли фосил, это вроде тоже Кабуто попался. И в этой, походу, тоже. Просто я хочу, знаете, я хочу много фосил покемонов. Нужно искать. Вот это как раз нужно искать. Но я не вижу. Ну, сейчас вылезем на берег. Может, еще что-то тут будет. Шелдер. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Зумарил. Так, ну что, давайте дальше, ребят, быстренько посмотрим, есть ли тут что-то еще. Точнее, смотрите, ребят, смотрите за фосилами. О, вижу, вижу. Вижу, ребята, не кричите. Вижу, что есть. Нет, не пропущу. Вижу. Где-то вот тут, да? Ну да, в океане теперь много фосилов сделали. Так. Быстро, быстро, быстро. Так. Фу, успели, успели еще и воздуха. Так. Быстро, 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 быстро. А это вроде анорит, мне так кажется. Я хотя бы надеюсь, что это анорит, потому что как будто у нас уже есть. Да... Охренеть, ребята, смотрите, как два фосила. Там еще один фосил. Ребят, ну просто посмотрите, насколько тут просто уже фосилы стало искать. Так, быстро. Быстро, пожалуйста, поднимись. Ху. Взлетаем, взлетаем. Какие нафиг, я Эдисон, какие нафиг взлетаем, если ты убрал крылья? Но все же, быстренько, может, я успею... Точнее, надеюсь, что мы сюда долетим. Так, быстро. Ух ты. Чё за хрень, а? Вот мы попали. Точнее, нахрена нам там пещера, да? Так, замечательно. Ой, вот так. Ху-ху-ху-ху. Ребят, я вижу там босса, но не до него сейчас, если честно. Я там видел еще фосил, ребята, кто помнит? Кто помнит, где он был? Где-то вот там дальше, как я помню. Ух, дайте нам хлебнуть воздуха. Ху, успели. Быстро, быстро, ребята, потопали. Там где-то... Хотя, знаете, что мы сделаем? Так, где? Где? Просто сейчас я посмотрю. Так, сейчас. Нужно... Вот тут нужно шейдерами. Замечательно. Вот, вижу, 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 вот тут где-то, да? Посмотрите, два одинаковых. Это уже хреново, но я надеюсь, что тут не будет ни Кабуто, ни Киртуги, ни Крайнидоса. Да где нахрен? А, вот я его вижу, опять потерял. Так, быстро покушаем, ребята, и спускаемся. Фу, вот так, ну, вот так, если честно, как бы это глупо не звучало, вот это нужно ночью делать. Потому что ночью тут может и легенда даже заспается. Конечно, вряд ли, вряд ли. Конечно, легенды что-то нас недолюбливают, как я понял, но все же. Опа. Полетели, побежали, полетели. Как думаете, ребята, хватит уже вот этого? Одинаковых вроде нету. Точнее, только один раз попался. Фу, быстро, 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 быстро. Так, замечательно. Смотрим, ребята, еще. Это что там было? Нет, о! Это показалось, но вот тут... Хотя нет, это тоже показалось. С шейдерами тут... Вот, вижу фосил. Где он? Вот, шейдерами тут лучше видно, чем без шейдера. Вот он. Ху, спускаемся быстро. Там, конечно, высота такая, что с ума сойти можно. Точнее, вот. Я надеюсь, мы успеем. Ребята, как думаете, мы успеем? Пожалуйста. Спустись, спустись как можно быстрее. Мы тебя просим. Ай, ай. Ху, успели. Ху, пожалуйста, быстренько. Я надеюсь, что не одинаковый. Одинаковый, твою мать.
Ну да ладно. Взлетаем. Ух, ни хрена себе тут. Все кончилось? Охренеть. Кто там у нас попался? Вот тут еще один одинаковый, но да ладно, то есть. Мы нормально справились, ребята. Мы много кого. Я там еще. Ну давайте это последний будет после, ребят. Я вам говорю, это последний фойсл. Это нужно было ночью делать, что ли? Ни хрена себе, такой, что, знаете, как сам урод просто-то по воде там ходит. Вот сейчас это хреново ночью. Потому что я ни хрена не вижу, что тут творится. Ну ладно, давайте спустимся. Быстро, пожалуйста, я тебя прошу. Ага, у нас там вроде вот сейчас. Быстро, опа. Это нахрен выкинем. Это тоже выкинем. Пожалуйста, где? Нет, только не говорите, что я не увидел и профукал. Пожалуйста. Вижу, вижу. Ай, 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 ребята, мы еще умрем. Одно сердечко. Еще одно одинаковое, да? Или нет? Нет, нет, не одинаковое. Фу, ну все, ребят, сейчас мы уже улетаем нафиг. Мы сделали, точнее, наловили большое количество, точнее, понаходили большое количество фосилов, и это очень круто. Сейчас, давайте быстренько как куда-то высоко взлетим, пока не кончится вот это все, да? Вот, кончилось. Так, это выкинем. В принципе, больше нечего выкидывать. Ну, смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 фосилов мне нашли. Охренеть просто. Фу. Да. Но легенды, как видите, ребят, ну легенды просто, ну не любят, что ли, Дипокеан. Какой нахрен Дипокеан? Ни хрена тут не заспавнится. Так, что нам делать? Идем домой, может, это все посмотрим или, наверное, сделаем это в следующей серии. А знаете что? Быстро. Вот. Быстренько тогда давайте еще парочку бишарпов убьем. И прокачаем еще наш орб, да? Бишарп. Да, то есть, смотри, ребят, орб нам нужно прокачать, это 100%. Сколько там уже? Просто нужно посмотреть. 148. Это очень круто. Мы почти, ну как почти. Тогда знаете, что нам нужно делать? Нам, в принципе, нужно тогда каждого убивать. Как бы это глупо не звучало, но даже 8 уровня нам нужно убивать, потому что 8 уровень нам же тоже прокачивается. А если будем еще и прокачивать нашего покемона, то это, в принципе, два дела одновременно делаем, можно и так сказать. Я надеюсь, ты где-то тут или ты где-то там? Ты где-то там, высоко. Так, я тебя, надеюсь, увижу. Да, увидел. Замечательно. Фу, ребят, я не знаю, в принципе, мы сейчас уже это будем заканчивать. Это такая охота на фосилы была эта серия, можно и так сказать. Я не знаю, у тебя конфьюз, вот эти гипнозов нахрен куча. Ух, ну ладно, тут свампер-то. Давайте быстренько. Замечательно. Какой? Белиф уже 31. Ребята, даже вот тому же Белифу уже 9 уровней осталось. Если, конечно, мы прям очень-очень-очень-очень-очень-очень сильно постараемся, то к утру мы сможем прокачать Белиф. Но это очень маловероятно, потому что сколько там еще? О, ну уже эволюционер на 32-м. Тогда, по сути дела, мы ее даже можем прокачать не к 40-му уровню, а просто к 35-му. Но сейчас посмотрим, знаете, на продвижение, что у нас будет к концу серии. Точнее, сколько она там уже эволюционирует. Уже, в принципе, серию можно заканчивать, еще нужно там... Я в этой серии даже, ребят, наверное, людей не буду добавлять, я прошу прощения, просто как-то уже затянулось. Я могу, в принципе, сейчас быстренько пойти, но как-то не очень хочется. Давайте уже в следующей серии. В следующей серии мы добавим не 3 человек, допустим, да, как мы это обычно делаем, а давайте добавим там 5 или 6. Ну, это посмотрим, то есть я не буду... Ты что, нахрен издеваешься? Мы были внизу, ты был наверху. Мы поднялись к тебе наверх, ты спустился вниз. Иди в жопу, Бишарп. То есть, смотрите, ребята. В следующей серии добавим больше. Потому что, в принципе, уже и время затянулось. Нам еще нужно к утру прокачать немного Меганиума и орб наш. Поэтому, знаете, ребят, наверное, мы с этим даже не будем затягивать, а, наверное, просто отложим на это на следующую серию. А в следующей серии мы добавим не 3 человек, как мы это, в принципе, делаем, да, а добавим там 5 или больше. Это, в принципе, потом посмотрим. Ну, сам ты взорвался, замечательно. Так.
сейчас к утру и посмотрим, сколько, точнее, сколько мы орб прокачали. Уже 139, ребят, уже ближе к спауну, чем дальше. То есть уже ближе. Фу, алмазик. Ага, жопа, не алмазик. Ну, конечно, там такой шанс, что нам только один раз вроде выпало. Вы не в бою? Замечательно, что вы не в бою. Какой-то миганем, 35-й уже. Быстро, ребята, быстро. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. 37-й, ни хрена себе, так мы еще к утру даже прокачаем миганиума. О, помьяр. Тоже глупо помьярда убивать, то есть для прокачки, да? Но замечательно для того, чтобы орб прокачать. Так. У нас уже, ребят, свампер 75 уровень, нафиг. Так. Ой. Вот так, замечательно. Быстро. Еще 3 уровня. К утру мы должны прокачать 3 уровня. И, в принципе, должны еще орб прокачать. Как можно больше, да? Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Так. У меня еще, короче, по телевизору опять Comedy Club идет уже. Не знаю, ребят, кто смотрит ТНТ или еще что-то. У меня, да, многие еще, наверное, спросят, как нахрен у тебя там может быть ТНТ, если ты живешь в Португалии. Ребят, ну тут такая хрень, то есть мой отец заказал какую-то там фигню с России или из чего, короче, какую-то приставку, в том смысле, что через спутник мы ловим русские, украинские каналы, поэтому, в принципе, ничего такого особенного нету, да, мы также можем... О, нифига себе, мы также можем смотреть русские каналы. Это не значит, что если мы в Португалии, то мы не можем смотреть русские каналы, да? Просто это уже задолбало, знаете? Какая-то... Diamond Hammer, ну это круто, ну конечно. Какая-то передача вышла там в 2007 году, да, то есть часть Comedy Club, а еще до сих пор нахрен ее показывают. Это иногда бесит, потому что... А, тут еще есть, да? Потому что хрень уже знает, знаете, когда это все кончилось, еще до сих пор это показывает. И не один раз, еще нахрен по 30 раз вот это. То есть уже 10 лет где-то прошло, они еще до сих пор показывают. Ну да ладно, просто бесит иногда. Так, где ты пос... Вот. А, ну вы в бою, ну ладно, там бейте, что вы там хотите. Нам еще один уровень миганиума, и мы нафиг спокойненько, с чистой душой мы топаем домой. Вот, мы можем уже топать домой. 127. А сейчас, ребят, сейчас, в принципе, как я говорил, да, после, я там вижу босс, после мигань, да, сейчас. После миганиума мы будем прокачивать Марила. И вот, ребята, уже Марил, уже эволюция. Охренеть, в этой серии мы прокачали, точнее, эволюционировали в Манферно, точнее, в Инфернейпа, эволюционировали в Миганиума и эволюционировали в Азурила. То есть три эволюции за одну серию. Замечательно. Мы словили просто хреновую тучу фосилов. Это тоже замечательно. Так, ну что, давайте я еще быстренько тут прокачаюсь. Ну что, ребята, короче, уже утро, но я и так успел еще немного прокачать наш орб. Ну, прям совсем чуть-чуть, но все же нормально. Waterstone, Orb, конечно, Экспешер, нахрена нам Экспешер, да? Вот ты где. Так, ну ладно, чтобы выкинуть, точнее, чтобы выложить. Вот так, да? Ну смотрите, сколько у нас, 120. Ну не скажу, что прям еще чуть-чуть осталось, но я говорю, ближе к уже к спауну, чем дальше. Поэтому нормально. Итоги серии. Мы прокачали Инфернейпа, мы его выкладываем в компьютер. Мы прокачали Миганиума, мы его выкладываем в компьютер. Два покемона за одну серию. Плюс к тому мы уже начали Азумарила прокачивать. Так, сейчас, ребят, секунду. Это нужно вот так. На место Инфернейпа кого бы взять, как хотите, ребята? Я знаю, на место Миганиума кого взять, но на место Инфернейпа давайте возьмем... Эмбуар уже прокач... Вулкарону. Сейчас, дайте подумать. Серпериор. Берем Вулкарону или Кланга, допустим. Я не представляю, честное слово. Давайте... Ну, давайте Вулкарону. А на место Миганиума, ребята... Кого? Иви! Лифиона мы берем. Возьмем и Лифиона. Так, это сюда.
Ребята, как бы это ни звучало, но нам нужно в шахту. Нам нужно в шахту за углем. Он у нас уже кончается. Ребята, это все я потом рассортирую. Давайте еще просто еды возьмем, потому что еды у нас уже нету. А возьмем я, допустим, вот это и вот это. Покушаем, в принципе, хватит. Ну, что мы сделали? В этой серии мы просто сделали кучу, точнее, нашли кучу фоссилов. В следующих сериях мы, наверное, будем их, точнее, в следующих сериях, а, наверное, даже в следующей серии мы, наверное, будем их чистить и просто... В следующей серии мы сделаем себе кучу, прям большую кучу фоссилов. Ребят, это давайте мы уже заканчиваем. Я надеюсь, вам понравилась эта серия. Мы, можно сказать, много чего сделали. На этом заканчиваем. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр, всем удачи и всем пока.